наши с молодежной лиги, поигравшие за фарм команды, вот уже в основной команде. Сколько подборов на чужом щите делает Руна и возможность для продолжения атаки, но еще один заслон, серия передач заслонов и сложный бросок с отклонением, да, точно в цель. Андрей Суапин против Александра Хоменко. Перевод на Никола Ивановича, пик-н-ролл с Алекс Тайесом и... Иванович, комиссаров в углу, выловил мяч. Он с мячом, заслон от Ильи Попова, проход про Евгения Валиева и все-таки два очка Евгения Валиева. Сложный бросок у Джерома Ахилла, но Алекс Тайес забирает подбор, и еще одна атака, Иванович до конца, и мяч укладывает в кольцо. Игру в любом случае, остается не так много времени, нужны быстрые атаки, и, конечно же, нужно сбивать. Ой, мяч...